Очередной рейд прошел в Адлерском районе, в тех местах, где наиболее часто нарушают правила дорожного движения как пешеходы, так и водители. Знак пешеходного перехода должен быть одним из приоритетных для всех участников дорожного движения. К сожалению, многие его игнорируют, и это приводит к серьезным последствиям. Только с начала этого года сотрудниками госавтоинспекции было составлено более 400 административных материалов. Произошло 10 ДТП, 6 из них по вине самих пешеходов. Все спешимся, куда-то торопимся, ну... Смотрите, пожалуйста, по сторонам. Это такое напоминание. Такие же информационные листовки передаются в школы и в подразделения по делам несовершеннолетних для проведения с детьми и их родителями дополнительной профилактической работы.